попробуем поиграть так. Килмокс. Килмокс. Так, теперь давайте подумаем. Тьма. Тьма. Темные бомбы есть единственные, да, дополнительные. А, у них тоже есть. В чем-то, ну да. Ну окей, ладно, в этом есть какой-то смысл. Здесь прям вообще уровень планировки великолепный. Ну давайте попробуем. Селискар, наверное. Можно сразу же менять. Я знала, что это, в общем-то, тоже можно сразу менять. А хотя, да ладно, от этого я тоже должен был отказаться. Окей, должен сбросить. Но здесь не кабан лог, здесь лог на мине. Мина это более основной, чем кабан. Вот. Нормально. Нормально, нормально. На 6 маны я его всеми убью. Он, типа не хочет, чтобы он умер. Ладно. Ладно. Ну да, вряд ли тут будет... Хорошо. Вряд ли здесь будет... Вряд ли здесь будет... Ща уеха сыграет, да? Приятно. Ну хватит. Ну ладно, одного я типа уберу, а сейчас со вторым делать не очень понятно. Хорошо. Так, хорошо. Следующий ход. Если мне придет нужная карта, я его убью. Все равно могу его еще убить. А, ты даже так. А, подожди, я все проиграл. Давай. Ну, тяжело, конечно, выиграть, когда у тебя типа win condition, это как минимум там. Это как минимум шестой ход. А, против такого жреца. Пусть область. Не, я обитель топи возьму. Пусть область супер плохо.
Чего не убил Лема? А я типа мог убить Лема. Каким-то образом. Ну, а уеха как бы. Не, ну типа я могу еще вот такое набрать. До свиданчика. Так там было 3, а у нее заклинание за 1 дает 1. 3 плюс 1 равно 4, у нее 5 здоровья. Каким образом я его убью? А, типа уничтожение. Если я уничтожаю, то у меня вин-кондишн нет. Очевидно, я не буду это делать. В этом и заключается, как бы... Если я не убиваю его так, то... Если я отдаю эту карту, то я проигрываю моментально. В этом, как бы, смысл... Вот нельзя эту карту отдавать. Эта карта обязательно работает вместе с этой картой, плюс вот этой картой. Иначе, ну, как бы, нет смысла играть по-другому. Трудный выбор, скажу я вам. Уиллоу. Я знаю правду. Вы здесь все некроманты. Я тебе не по зубам, шпионка. Мне кажется, лучше так. Не, ну это этим веселее намного, чем Элизы. Не поспоришь. Ну, блок, хорошо. Зуб на паре, она не в 3-3. Не может не радовать. Ну, давай так я сделаю. Такую скину я. Рыбалка. Зима. Картишка отдать. Что у меня там 5 карт остается? Ну, очевидно, 1-1 у меня будет. А, ну, я могу 4 отдать, мне не жалко. Похищение души, может быть. Ладно, давай так сделаем. Не сильно жалко мне, учитывая, что это 1 стоит. Ну да, ну да. Одного хода не хватает. Хорошо. Я победил.
Ру, конечно, неунятная. Наверное, что-то очень классное. Ну-ка, покажи мне, что классное. Понял. Второй ауры доживем. Думаю, что верный подруг... А, ну, кстати, слияние существ тоже нехорошее. Тоже достаточно неплохая штука. Да? Ну, просто, как бы... Цель не сильно забивать колоду, а двойка, она всегда в этом деле хороша. Да, давайте сделаем так. Это прям отстойный отстой. Абиссал у нас есть. Но Абиссала скидывать, наверное, придется, да? Да. Тут еще невообразимый отстой. Ну а что я могу? Нзота? Нзотом воскрешать. Кабанов де бомбы воскрешать Нзотом. Странный подход. Нет, давай так. Пока что ни одного интересного пака мне не дали. Оу. 28 урон, кстати. Да? Я собираюсь победить. Надеюсь, ты не против. Ладно, давай я так сброшу. Мне нужны либо заклинания тьмы, либо кабаны. Вот, ну, типа, либо сброс, да? То есть у меня, на самом деле, достаточно много карт, которые... Блин, кстати, вот его нужно прям убирать. Да, походу, мне надо его убирать. Вообще не рад я подобному, но... По-другому я просто проиграю. Потому что он слишком быстро накопит. Давай. Будем двойкой пытаться. Тройкой, в смысле, на восьмой ход, да? Четыре, один, один, три. Даже не восьмой, а девятый, да, ход получается? Подожди. А, не один, не один. Четыре, один. Четыре, один, и да, и три. Седьмой ход, окей. Шестой, восьмой. 8, 4, 16 астрономические множители. Ладно, начнем с такого. Да твою же, твою же. Ладно, минус там син. Сначала будет не очень больно. Которое должно напрягать, но на самом деле она вообще ни капли не напрягает, и я этому рад, что он может думать, что оно что-то делает. Вот, дает свайп на это. Я только за. Нолик, кстати, скинуть будет норм. Я готов скинуть нолик. Изи минус нолик. Окей. Пошли в атаку.
Вот это я вообще благодарю его. Жух. Тройку я никак не могу скинуть. Так, его я лучше оставлю. Ну, по идее, если я сейчас четверку единицу нахожу, то я уже и победил. Вроде бы героик. Но что-то как-то слабоват друид. Кстати, проигрывает уже, может быть. Так, давайте посмотрим. Ты же никак не проиграешь. 4, 1. Раз. Ну да, ладно, проигрывает. Честно говоря, если бы был друид... Ну, здесь тьма хотя бы есть. Блин, ну боль, но мне не очень интересно эта боль. Лечение набор. Давай я такой лучше возьму. Ну, хотя и там заклинание тьмы практически все. Но я не хочу получать кучу дэмэджа. Это неприятно. Поехали. Не очень приятно. Ладно. Класс. Допустим. Такая же аура. Аура такая же. Ну чё, уехали? Просто. Да, ладно. Ну, похоже, я проиграл. Ну да, типа, кто нолик... Здесь такая партия супер непонятная. Да, кто, в общем-то, достал нолик, тот победил. Что-то типа того. Достал двойку, тот победил. Нужна двойка.
Так, хорошо. Что-то подлечиться могу. Я готов его и скинуть нафиг. Получилось скинуть что-то хорошее. Ладно. Нафиг тебя. Бомбы есть. Итак, что я могу? Достать, убить? Это неплохо. Стол у меня заспамлен. Больно, больно, больно. Больно, больно, больно. К запаху быстро привыкаешь. Узри свою смерть. Давай. Сделаю я так. Я, по идее, могу воскрешение сделать на следующий ход. Двух существ достать и гг. Если, конечно... Не, ну ладно, он может восстановиться. Семерку можешь сделать. Да, но мне, по идее, стало все равно хватит. Один тут тоже будет же единицы. Но это мало. Это реально мало. Победа! Да, мне нравится древнее отражение. О, мне нравится тьма. Нравится, нравится. Да, давай. Можно мне на этот ак рамку с Ютуба? Можно. Уиллоу и Дарри.
А какая там рамка? Подожди. Ладно, хорошо, я сейчас сама иду. Так, кабасик. Не шмаляйте кабасика. Вообще, конечно, хочется его достать, но что-то хрен его знает. Пока что так вот сделаем, наверное, лучше. Делаем так. Скорпит этот. Окей. Так. Достанем. Окей. Выглядит как монетка. Тупо, чтобы было место. Вот так. Я надеюсь, кабасика мне вернут. Нет, мне не вернут кабасика. Да кто ж знал? А, ну хотя ладно, он последний выходил. Конечно же, не вернут. Блин, ну ладно, хорошо. Вернут и не вернут. Че, я походу проиграл, получается? Не, ну не проиграл, но... Да, ну так все получается у нас. Ну, кабанчик был прям железный такой. Да, ладно. Не знаю, тяжело, мне кажется, против этого персонажа. Мне нужно посмотреть, они вообще выигрывают у натисков-то? Нет, натиск, поражение, я смотрю, да, у другого. Да, в принципе, нет, ладно, что-то выигрывал даже. Что-то даже выигрывал. Ладно, лучше бы достал. Это с другой стороны. Блин. Ладно. Короче, я пока не очень понимаю, как мне играть этой колодой против вот таких колод, как у него. Потому что у него все супер просто. Кидай кривую и не парься, а здесь как-то непонятно. И, кстати, я еще ни хрена не помню его ауру. Я привык что-то к Deathrakerу, что мне он
показывает. И мне все нормально. Здесь вроде бы нужно самому смотреть. Ну ладно, я, в общем-то, достаточно много времени, кстати, выигрываю. Как ни крути я. Позамешивать, позамешивать. 28 дэмэджа-то нанести можно, я думаю. Давай мы так сделаем. Писал. Тьма. Ну, окей. Хорошо, давай там синий кину. Так, давай дальше. Мне нужна бомба. Бомбу заспамить убить. Ну, в общем. Да, ладно, хорошо, я оставил его все же, чтобы как-нибудь там что-то зауешить. Вряд ли же будет ЕТЦ, правильно? Так, 6 бесов. Уже 6 бесов. Хорошо, давай я сделаю так. Во. Раз. По урону всем. 5 будет, да? А нахрен я их отдал? Мне кто-нибудь скажет, а нахрен я их отдал? У меня же уже был детал. Ладно, окей. Хорошо. Просто набирай кучу мелочи. Тебе не нужны конкретные бесы, тебе нужны просто кучу мелочи. Да, и ты, в общем-то, можешь... Ну, такой, наверное, вряд ли мне прям зайдет. В целом, окей. Ну ладно, я победил. А не совсем победил. Победил, да не совсем. У меня же этого нету. Что, давай сюда флэнки. Он не убивает, ну давай так все сделаем. Хорошо. Димитрий будет так себе. Не, ну это ладно, ерунда. Ну, надо же прям сразу меня убивать, а это тоже как-то что-то такое себе, да? Достаточно прохладная история, я смотрю. Короче, супер, но я победил. В общем-то, это говорит о достаточно неплохом потенциале этой колоды.
При том, что я прям вообще не понимал, что я делал в некоторые моменты. Жуткая вещица. Иступление. Давайте иступление, потому что одна карта. Не хочу слишком занимать себя. Ну, хрен с тобой, давай такое возьмем. Достаточно плохой набор. Бра! Что мой внутренний конфликт проявился именно так. Ищем кабасик. Кабасик победы. Хорошо. Сбрасываем все, кроме кабасика. Кабасика мы побеждаем. Live to win. Yeah. Win. В смысле, проверка не баню Далио. Ну, приколист, конечно, видали? Типа, ну а чё такого? Ну, я вот чё-то буду сидеть тут спамить. А ты игнорируй. Вот ай-яй-яй. Давай, донат. Давай. Взятка. Взятка сюда. Давай. Быстро. Или забани. Где взятка? А, существо с натиском. Не, ну ладно, хорошо, все равно существо с натиском. Получай вдохновение! Хорошо, ладно. Вачула вдохновил и шмахтец, ну вот. Утрясли вопрос, хорошо, давай. Смотри, у меня в следующий раз. Ну давай, я просто поменяю. А чё я поменяю? Я вот это поменяю. Чё? Дофига карт, непонятно, что делать. Ну ладно, я как будто бы контроль играю, мне как будто бы нормально. Ракары, конечно, будет сейчас хреново, но ладно. Ракар так ракары. Давай, я сделаю так. Бесполезно менять на... Что ж такое? Так, хорошо. Хрена не круто, но... Где его убрать? Так. Так. Что там у нас? 7-7. Ну так, восстановить здоровье будет.
нужен кабан. Это больно. Это писец больно. Сейчас без натиска, да? Как выдаст? Смогу убрать его. Это самое важное. Время повеселиться. Ну, это хрен с тобой. Да, главное, я чуть-чуть восстановлю все же здоровье. Либо вообще обессало фигануть. Да нет, давай так восстановим здоровье. Окей. Да. Напрягает меня, что у меня мало здоровья. Ну ладно. Что делать? Теперь побольше у меня здоровья будет. Окей. Может быть даже время... О, здравствуйте. Не смоляйте, кабасика. Не смоляйте, кабасика. Да, там, как там с Динатриусом, Динатриус поживает? Поживает Динатриус-то или чё, или чё, или как, или как? Динатриус есть там? За 9 маны. Ууу! Скрипят, да? Хорошо. Тут неплохо, неплохо, согласен. Даже мне может немножечко лицо поразбивать. Это, конечно, да. Это, конечно, серьезно, серьезно, круто. Круто, серьезно. Просто убрать их. Давай, просто уберу. В смысле, это же тьма. А, это не тьма. Не тьма, а не тьма. Я вот тебя достану. А это тьма. Да. Хорошо. Хорошо, друг мой, хорошо. Зачем мне показывают 40, я что-то не очень понимаю. Зачем я стараюсь? Ну, здесь как бы да, здесь уже зачем я стараюсь. Я тут, я все делаю. Я не хочу
Полечиться еще можно. То есть он реально, да, такой думает, блин, вот сейчас возьму и выиграю. Вот сейчас чуть-чуть совсем еще. Вот сейчас мне на единицу маны, сейчас какая-то прям штука, которая прям вообще, ну да. Не шмальдайте, копасика. Издеваться хорош? Я не издеваюсь. Вот это хорошая штука, это... Нет. Здесь вот это, в принципе, неплохая. Ну, я восстановлю... Не, ну я типа могу восстановить. Но вот это мне не нравится. Мне кажется, я лучше Ауех возьму. Ауех как-то приятнее выглядит. Ну давай. Ну давай. Кстати, колода у меня уже настолько большая, что уже ничего не помещается, да, походу. Кабасик! А вот кабасик у нас есть. Кабасик, давай, покажи нам, что ты можешь. Что, как умеешь ты. Какой ты классный, потрясающий кабасик. Кабасик. Хрен с тобой, я кину. О, вот это нормальная штука. Это нормальная штука. Покажи же мне, Дари Краули, как ты хочешь сражаться с кабасиками. Кабасики, которые могут всех побить. Кабасик. Тебя, конечно же, нафиг ты мне не нужен. Давай, Дари Краули. Что же ты сделаешь? Что же ты сделаешь? Когда кабасики придут за тобой. 3 урона ты мне наносишь. Что ты молодец. Но на самом деле... Короче, мне нужно что-нибудь сделать. Я думаю, что мне нужно что-нибудь сделать. Давай Скорпида выброшу. Давай тебя достану. Ну так, просто чисто for fun. Окей. Огненный рун в секрете. Да, надо бы проверить, кстати. Блин, мне нужно было это сейчас проверять. Ну ладно, хорошо, у меня еще есть время. Но мне все равно какой-то отстой делать. Проверчик, проверчик. Тоже ничего так, проверчик. Серьезно, все карты, которые самые лучшие. Ладно. Хватит сосать футболку? Не делай так. Я должен сделать так, потому что там... Вообще, кстати, можно чистить. Пока что. Мне кажется, сразу сделать-то будет даже правильнее. Давай. Кто
Проверил дурацкий секрет, чтобы не об это. Не облажаться. Дальше норм. Массал, да, конечно. Сейчас, конечно, он достанет массала. Неизвестно откуда, правда. Но достанет. Ветер он мне нанесет сейчас. Так, это больно, кстати. Ну, вот это, кстати, ну такое. Окей. Ну, жезл, жезл и жезл. Тут уже ни хрена ничего не поделаешь. Жезл и жезл. Раз. Как у меня есть? У меня есть 8 карт, то есть это 8 урона наносит. Давай я сделаю так. Я сделаю так. Сделаю так. Хорошо. Я могу установить себе в любом случае кабасика. Окей. Почему я его не достал? Мог бы его вообще-то сделать, достать. Не шмаляйте кабасика. Чем я стараюсь? Хорошо. Ну, ладно. Блин, это, конечно, супер здорово, но это тьма. Не могу отказаться от тьмы. Нет, здесь я пас. Ну, вообще жаль, да. Согласен, жаль. Раз, два. Хотя можно оставить. Поехали. Окей. Зов капитана. Сначала, как обычно. Уж хрен придумаешь. Ну ладно, допустим. Я-ха-ха. Допустим. Бессонная луна!
Так. Не смоляйте, Кабасика, он не сделал ничего вам плохого. Где же мой Кабасик? Я уже соскучился по нему. То есть мне еще из колоды скроллить тут нужно. Ладно, я понял. Не работает нифига. Не работает. Мне же достаточно вот этой штуки. Получается. Выглядит как будто бы небольшая проблема для него. Так, ну, да. Как будто бы да, но как будто бы и нет. Как будто бы он вроде бы спасся, но вообще не спасся. Топорик вот еще один. А у меня будет двойной хрип, кстати? Ну, я чисто так проверить, затестить. Мне очень интересно. По идее же будет у них двойной хрип, правильно? Да, двойной хрип. А, уеха. Гримуар тоже ничего. Хочу обратить внимание. Ну, честно говоря, мне кажется, уеха поинтереснее. Ну, хотя тут такое, тут тоже уеха. Это уеха, это уеха. Да не, это уеха лучше. Поехали. Можно вот это вот оставить. Да, ладно, все остальное пас. Слишком много карт в колоде, чтобы я шестерку оставлял, она бесполезная. Useless. Так, это опасно. Скажем честно, это опасно. Окей, окей, окей. Пока что выглядит, как будто бы я могу легкостью менять тут всякое, вот это вот так делать. Ну ладно, Темные небеса, мне кажется, худшие из этих карт. Хотя, конечно, с удовольствием бы вообще все бы оставил. Ну давай. Окей, мне нужно было через монетку делать, сюда лупить. Да, окей. Делал ошибочку. Ошибочка. Mistake we made. Mistake we made. Yes. Сначала вот так мы сделаем. Thank you.
Что мы сделаем? Вот так вот. Давай. Наверное. Так, что я получаю? 3 карты получаю, да? Достать тебя сначала. Моя жизнь принадлежит тебе. Потом сделать тебя. Могу его забрать, честно говоря. Давай. Так, хорошо. Мина. Ну, мина на следующий ход, ладно, лупану. Значит, что можем сделать? Вот так лупану. Чуть-чуть в лицо. Ага. Ну, допустим. Все же, как ни говорите, достаточно мало он полечился. Вот. Поэтому, ну, терпимо. Эта штука, кстати, не знаю, чем мне удариться по нему, что ли. Может быть, может быть. Так. Нет, так, я так ударю. Ну давай, я так заморожу. Давай что-нибудь я даже скину. Да ладно, это полная хрень, не нужна. Поехали. Поехали, поехали. Ну, ладно. Как будто бы окей. А я вообще-то его хочу. Максимально хочу. Много смертельных рипов из нехорошего. А хочу ли я его? Насколько я его хочу? Давай подумаем. Что-то интересно. Не надо было играть.
Ну, как бы пофигу. Да. Кому кулаки чешутся? Так, ну ладно, хорошо. Сделаю так. Ну, что-то есть на столе? Есть на столе. У него не так много. Я могу на тройку сделать. У меня уже вроде как бы комба уже собрана. Ладно. Допустим. Мне чуть-чуть ему в лицо очень желательно побить. Побью ему в лицо, будет нормально. А, мне только уехать еще, да, осталось нужно? Какая-то... Какая-то внятная уеха. В целом у меня вообще все уже собрано. Так, все превратился. Карту немного. Вот у меня уже и ауех появляется. Беса под вашим контролем. А, ну, кстати, нормальная штука, я сюда могу накинуть. Там не окей. Много раз хрип активировать нужно. Крайне желательно. Мы так достанем вообще. Просто багаж защищаемся. Так, сколько у нас здесь? 6 бесов. Но мне все равно нужно 28, довести его до 28. У меня будет шестерка хорошая. Окей. Хорошая шестерка тоже неплохо. Это круто. Это круто. Это уважаемо. Блин, вот это неуважаемо. Окей. Вообще, он урон получает. Ага. У меня как будто бы уже есть летал, но при этом как будто бы есть еще шанс, что у меня его нету. Я хочу все же вот эту штуку набить, чтобы он прям как можно этот... да, просто у меня несколько хрипов уходило. Я не помню, сколько их уходило. Там точно был жук, там точно был еще кто-то. Я еще не помню. Ну ладно, давай. Сейчас мы раз-два сделаем. Сейчас мы уже лупанем.
Песики. Да, нормально. Жух. Все хотел. Было. Ну да, ну в общем-то, по-моему, у меня больше походу не было никаких сейчас смертельных рипов, потому что мне и показали именно это все. Правильно. На эфес я уже не надеюсь. Я хоть смекал. А, ну кстати, это тьма. Блин, опять тьма. Ладно. Я беру всю тьму. Беру всю тьму. Соответственно, пожалуйста, хватит. Вся тьма. Берем всю тьму. Рено! Нас ждет богатство и спасение мира. Жаль, что мой внутренний конфликт проявился именно так. Я не хочу из этого. Ну, сокровище типа за три, но его не хочу. Сейчас скидывать буду нафиг. Ну, он, похоже, он победил. Скидываю то, что максимально дорого. Да я не знаю, как это сделать, Вакул, отвали. Чё ты мне пристаешь ко мне? Такое ощущение, как будто я это разбираюсь, как это сделать. Пол стрима сегодня что-то пытался разобраться. Вот разобрался, как ее убрать, теперь как ее вернуть. А на каком она там языке, посмотрим в следующий раз. Я думаю, кстати, еще и никому не напрягает. Ну давай. Неприятненько, ну ладно. Неприятненько, но что делать? Нафиг воскрешение. Пободрее смотрится, что ли? Так. Ну-ка. Давай. Тоже не нужно будет. Не, ну в целом поехали. Буду, можно просто мину фигачить. Мину фигачить и норм. Так, 38 делить на 4. Но это в любом случае 10 штук, да? Мне нужно взорвать их. 10 штук надо их взорвать. У меня есть 1, 2, 3, 4, 5. То есть как бы кабанов мне будет попроще уничтожать. Да, получается. Как будто бы кабанов мне проще убивать. Ну ладно, давай. Что ты сделаешь? А, нормально все ты делаешь. Там броня может быть, я не хочу броню пробовать. Очень интересно. Медленно, но а что делать? Честно говоря, я не очень понимаю, что он делает. Потому что, ну как, типа, такое количество карт, которые нифига не работают, что ли? Быть такого не может. Нет.
Окей. Окей, окей, окей. Окей, давай я сделаю так, все же нужно убрать. Берете заклинание. Ян, давай я тебя достану. Что-то восстановиться как-то могу я. Проверку. А давай я так сделаю. Что же это вашего демона? Хорошо, давай так еще обменяю. Полезно. А, и тьма, тьма, тьма. Ну, да, конечно. Хорошо, у меня есть телекабасика. Я не знаю, я не уверен, что насчет мне нужно ли кабасика, не нужно кабасика, но... Как будто бы вот еще есть возможность. Блин, но я медленно все это делаю, конечно. Супер семь. Супер семь медленно. Возможно, там айсблок. Давай. Может, я уехал? Ого! Так, мне нужно наконец-то уехал. Быть может, у него сейчас мне уехал покажет. Хотя, конечно, не сильно я в это верю, но вдруг. Вдруг. Тебя сбросить. Погоди. А, и у тебя неуязвимость, да? Скользание, то есть. Так, вот этот хорош карт. Не убивает меня сразу, у него заканчивается карта. Резко. Да-да. Да-да, 8, понимаю. Вот это не круто, кстати. А, вот это, кстати, не круто. Стоп, блин, можно сбросить. Хорошо, давай.
Даже если у нее есть айсблок сейчас, это не так важно. Это вообще не важно. И факел, да? Нет. Ладно. Да, блин, добор, конечно, круто, ему сейчас зашел. Да хрен с тобой. Не знаю, что там у тебя может... Секрет, пофигу. Если это не очередное ускользание. Даже если это ускользание будет. Блин. Конечно же у меня будет заморозка. Ну типа... Я охреневаю. Типа, ну да, ну а как же не заморозку-то сделать? Как сделать? Это бери. Давай, факел. Хорошо. Да, с хорошей аурой у меня была. А чё-то как-то так. Итог, не, сброс. Вот сейчас мне этот сброс уже не нужен. Первый раз я бы взял. Сейчас уже нафиг не надо. Лектлен нормальный, две другие карты ужасные. Просто. Просто ничего. Нафиг. Нафиг бесполезные карты. Хорошо. Хорошо. Но на самом деле такси. Окей. Да, это опасно. Особая доставка! Донатики. Бам-бам, Бегелоу поблагодарил и шмахтец. Ути, двенашечка. Ути двенашек. Спасибо вам, Абигло. За донат. Перегрузка. Что делать-то мне? Такой момент нескромный. Типа, я могу все полностью занять стол. А что мне с этого толку? Ну ладно, давай пока тебя достану. Может, а уехать какая-то будет. Сбрасывайте, копи стоит единицу. Ну давай, я возьму на всякий случай, если у меня будет тройка. Ну, блин, я хрен его знает. Теоретически да. Практически непонятно, что мне делать. Ну да, ладно, хорошо, я должен, наверное... Ты серьезно? Посюда. Ну я, да, скорее всего, я здесь проиграл. Нету, не было... Ну да. Не, вообще никаких заклинаний на тьму. Просто ни одного.
Я уже здесь не выживу никак. Ну, может быть, что? Как мне может выжить? Как я могу выжить? Ну, теоретически, кстати, что-то могу. Там 2-3 будет. Там что-то как будто бы все равно я могу достать вот сейчас. Вот так вот. Ну серьезно, ну вот. Винтфьюри. А что же не Винтфьюри? Винтфьюри. Конечно, Винтфьюри, да? Кровую луну возьмем. Иисус. Пас. Броня будет нехороша. Конечно. Ну хотя ладно. Если будет броня, значит я ищу кабана. Значит я играю через кабана. Если будет не броня, хорошо, я играю через кабана. Просто играем через кабана. Чтобы он меня не морозил, мы сможем сделать. Вот. Старт бомбезный у него. Конечно. Ладно. Точку сделаем. Тебя. Тридцать две карты. Карантин, кстати, желательно оставим, да? Класс. Бесполезно. Так, хорошо. Блин, зачем я его-то достал? Какую-нибудь тройку, наверное, надо отдать. Я так подозреваю. Нормально, еще время. Ладно. Так. Что у меня по колоде? 25 карт. Ну, перебираю я достаточно бодро на самом деле. Вот. Он пока пойдет. Ну,
Проблема в том, что будет тогда, когда у меня будет полностью только заклинание тьмы. Это будут серьезные проблемы. Ну, нет, я не могу его убрать. Он мне точно не нужен. Все надо убирать. Хорошо, я могу там син сделать. Хорошо, хорошо. Ну окей, давай еще так сделаем. Вот это ни хрена не здорово. Я бы хотел бы его вернуть. К сожалению, походу не получится. Блин, а классно было бы его вернуть. Понимаю, это неприятно. О, не, меня сейчас его заберешь. Ну вот, друг. Кайф, 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 кайф. Хорошо, я могу еще тебя сыграть. Нате яйцо. Получи. Кстати. Ладно. Ладно, хорошо. Я буду восстанавливаться таким образом. Так, давай. Почему не удалил Леги сброс и Глэморан за забрать? Да потому что я забыл про это, и сейчас я это сделаю. У меня еще есть такая возможность. У меня еще есть такая возможность. Есть. Свежая душа. Пиццам. А, так я же могу его всегда скинуть. Точно, 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 точно. Ну ладно, хорошо, я могу его так кинуть. Да. Зух. Там.
Где вы, мои кабасики? Я жду вас. Я жду, когда вы придете ко мне. Ничего. Не, ну вообще он мне может по два стрелять, ну такое. Не, мне, конечно, сейчас бы им куда-нибудь. Может, ты достанешь кого? Так, здесь у меня начинаются определенного рода трудности. Каскад бедствий я убрал. И поймешь, что тебе это нужно. Поехали. Да твою же, твою же. Ладно, хорошо. Давай так сначала сделаем. Кинуть легко. Ты, хорошо. Заберем тебя. Ой. Так, ему тупо пофигу, да? Я так понимаю. Давай сначала я так сделаю. Давай. Я брошу ваши кости. Блин! А не важно же, да? Блин, это все равно не важно. Блин, ну да, надо было его раньше доставать. Черт, ну да, надо было раньше его доставать. Нужно хоть что-то было заставлять его делать. Просто с другой стороны, ну как бы, а, и пока я не нашел кабанов, то тоже такое. Да.